Доброе слово и льву приятно, а еще если погладят, потреплют по пышной шерсти. В Уфе обнаружили львенка с повадками самой ласковой и доверчивой кошки. О том, что он хищник, ему, похоже, забыли рассказать. Львенок просто гулял по улицам города. В городскую службу спасения позвонил молодой человек и сообщил о том, что по улице Владивостокской гуляет львенок. Молодой человек вызвал на место спасателей, но сам в это время тоже время не терял и привязал его к дереву. Сотрудники МЧС доставили принца зверей в парк лесоводов. Львенок отказывается от еды, хотя, вероятно, очень голоден. Специалисты считают, что детеныш льва домашний и привык принимать обед из рук хозяина. Мы пытаемся его кормить. Жирок он не ест и не пьет. Короче, он домашний, наверное, думаю, так. Теперь спасатели разыскивают и хозяина львенка. Судя по всему, зверь очень по нему скучает. Совсем другой репортаж.